поняла она. Мам, дай конфеты. Жвачку, то есть. Какую? Может, цветную, старенькие такие. А, то, что вчера ты выиграла, да? Да. Угу. Вот они, конфетки. Вот такие, да? Они... Тебе понравились? Угу. Подожди, не открывай. А вот тебе маска. Зачем? А? Зачем? Зачем маска? Сегодня мы снимаем 24 часа с закрытыми глазами. Значит, я буду... Да, ты одеваешь маску, будешь открывать с закрытыми глазами, доставать, кушать. В общем, весь день ты будешь с закрытыми глазами, даже играться со своими игрушками, Милан. Лика сейчас в школе, Лика даже не знает еще про этот челлендж. Придет из школы, и для нее это будет сюрприз. Она с ней будет делать домашнее задание тоже с закрытыми глазами. Давай. Давай, маточка. Знаете же мою маску, да? Ребята, кто еще не подписан на канал Мими Шоу, подписывайтесь, ставьте лайки. Оп. Так. А какую ты хочешь конфетку, Милан? Какого цвета? Любого. Любого. Нету такого, что прям зеленый или фиолетовый. Я хочу арбузик. Ну, давайте посмотрим, какую Миланка достанет. Повезет ей или нет? Нет, Милан, ты не открываешь глаза, я тебе скажу. Оранжевого цвета ты, милашка, достала конфетку. А здесь еще, смотрите, ребята, есть такие, как арбузик. Апельсиновая. Апельсиновая? Я думала, персик будет. Апельсиновая. Милан, ну теперь надо закрыть. Смотрите, ребята, здесь есть как арбузик конфетка, да. Еще какие-то как лимончики, лайма. Держи, Милан, я поставила уже баночку. Закрывай. Держи, вот она. Надо сейчас все перевернешь, но она чуть свечку не перевернула. Ха-ха, молодец. Ребята, Милана захотела сейчас блинчик. Сейчас я ей положу блинчик с джемом клубничным. Несу, несу. И, конечно же, кушать Милана будет это закрытыми глазами. А как по-другому? Челлендж есть челлендж. Несу. Миланка, ты не устала с закрытыми глазами сегодня? Нет? Вот тебе блинчики. Ты испачкалась! Испачкалась ты уже? Давай, Миланка, блинчики кушай. Ты, главное, в рот попади. Так ты ж не макнула, Милан. Вот он джем. А ты не мак... Во, макай, молодец. Макай. И в ротик. Оп, молодец, попала, надо же. Вкусные блинчики. А чаю тебе налить? Потому что боишься, что обольешься. Максик тоже пришел кушать. Максик, ты с нами будешь челлендж играть? Одеваем тебе маску, будешь тоже кушать с закрытыми глазами. Оп. Макс, иди сюда. Макс, ты с нами в челлендж играешь? Ты будешь кушать с закрытыми глазами, Макс. А как? Девчонок нужно поддержать, Макс. Макс. Макс не хочет, походу, с нами играться. Ну, а Лика пришла из школы и еще ничего не знает. Зачем мне маска? Милана, что у нас сегодня за челлендж? Мы снимаем 24 часа в маске. Все в маске. С закрытыми глазами, да, 24 уроки, часа. Да, а я не знаю, Лика, 24 часа с закрытыми глазами. Ну, Милана, я видишь... спать. А, нет, Лика. Как дела в школе? Хорошо, да. Потом верните ко мне, я посплю. Как раз, Лики, да, хорошо поспать, Лика устала. Милана уже покушала. Нет. Нет еще? Что, прям подглядывать даже нельзя? Нельзя, закрыли глаза. 24 часа с закрытыми глазами. Лика, можно? Ты сейчас иди мой руки, пойдем. Вставай, руки мыть. А ты знаешь, что Максик тоже с нами играет? Включила свет. Включила, а какая тебе разница? Максик тоже с нами играет. Да? Да. Что-то мне кажется, свет не включила. Включила я свет. Мне кажется, что нет, слишком темно прям. Все. Включила я свет. Ребята. Видно, когда светло, он такой более... Ребята, пишите в комментариях, включен сейчас свет или нет. Лика моет руки. А ты мыло взяла хоть? Да. Нащупала? Ну, что-то взяла.
А так это было не мыло, это зубная паста. Зубную пасту я почувствовала. Теперь, Лика, нужно переодеваться и будем кушать. А мне пижама где? Не знаю, Лика. Милаша. Милана тоже идет мыть руки. Макс, только попробуй мне попасть. Миланка тоже моет ручки. Милаш, мыло. А ты мыло не взяла, Милаш? Где мыло? Я взяла мыло. Лика, Лика, Лика закрытыми глазами ходит. Пошла раздеваться. Максик, ты тоже сейчас маску оденешь? Ну, Миланке я подам полотенце. Миланке полотенце высоко. Держи, Милаш. Давай, Миланка. Оп. Ой, 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 аккуратно. Ку-ку. Лика, ты где? Лики здесь нет. Хорошо. Я пойду. Куда? В спальню. Так, так. Мам, где мы с вами? Может, ехать с вами? Подожди. Ой, Миланка, игрушки тут разбросала. Ой, кто-то носиком. Вот, Милан, слайм. Так, это что такое? Как же ты, Милана, будешь доставать ее с закрытыми глазами-то, а? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, какой красивый слайм, ребята, посмотрите. Мятного цвета. Он вообще просто шикарный. Вау. Шикарный. Шикарно, аккуратно, не переверни его на одежду. Ой, Милана, он у тебя разлился здесь. Ой-ой-ой. Ой, какой классный слайм, посмотрите. Ну, куда идти? Это супер крючок слайм. Нравится, Милашка, слайм на ощупь? Да. Просто нереально крутой. Нереально так, крутой цвет. Держит? А кто его держит? Лика. Угу. Так, Лика. Иди. Ужас, Милана, ты мне размазала его по руке. Фу. Ой, еще. Милана. Фу, посмотрите, Милана размазала прям по руке мне. Что он у тебя маленький такой, Милан? Собери со стола его. Потому что он у меня на руке. Я собираю его. Ой, Миланка. Иди, заходи. Я, давай. Да, сходи так. Девчонки, будет обед. Ой-ой, смотри, тут уже Лика. Лика идет. Я иду. А? Я иду. Садись. Может, вначале Милана? О, вот и Милана. Прошу вас. Все? Не, Миланка, это Ликина. Все? Тарелка. Ой. Ну-ка, отходи от моей тарелки, моя тарелка. Давай, давай, давай. Милана, что ты ищешь? Подожди. Конфетку. Ну, девочки, а приятного аппетита. А вы догадайтесь. Лика руками. Мясо. Милана. Мясо. Макароны. Макароны. Да, ну тебя повторишь. Правильно, правильно. А Миланка попробовала, а ты руками на ощупь. Приятного аппетита, девочки. Спасибо. Очень вкусно, да, Милашка? Девчонки, а вы знаете, что я сейчас буду делать? Я буду открывать, Лика пришла посылочка. Как ты будешь открывать? У тебя глазки закрыты, у Лики. А я буду открывать. Сейчас мы забрали посылку. На почту ездили. И знаешь, что здесь, Лика? Как ты думаешь? Давайте. Лаки, да. Мы, кстати, вчера думали, что лаки наши затерялись.
Но какая-то посылочка пришла. Сейчас мы будем открывать. Давай. Что, вы хотите помогать мне? Да. Ну, помогайте, помогайте мне. Держите. На диване лежит. Вот-вот, на диване. Вот. Да нет ничего. В руках, вон там. Теперь вот в этом углу. Или вот, ну, где-то вот здесь. А теперь вот здесь. Надержите. Подожди. Да, сейчас, подожди. Сейчас. Сейчас я тебе дам, сейчас. На, открывай. Здесь 4 лака. Ой, девочки, все равно толку от вас нет. Смотрите. Ну, хоть скажи, какие цвета. Сказать? Да. Милан, тебе тоже интересно? Угу. А тебе-то что? О, мы заказали, я уже забыла, Лика, что мы с тобой заказывали. Оказывается, мы заказали такой, как у нас был топ и база. Ага. Беленький тюбик. Ага. И база, и топ, по всей вероятности, да. И топ. И... Очень нам нравится, кстати, эта фирма. И интересно, что это за цвет? Цветное покрытие. Слушайте, я не помню, что за цвет. Сейчас я открою. Лик, ты сможешь мне помочь? Да. Держи. Нет. На руку посмотри. Аккуратненько открывай. Если честно, даже не помню, что это за цвета. Мне одной рукой неудобно. Аккуратно, Лик, не переверни. Ребята, это знаете что? Он такой, как на картинке. Ну, в смысле, вау, вот, это прям красный-красный. Фу. Лика не любит такой цвет, я себе заказывала. Такое цветное покрытие. В общем, красный гель-лак. И еще, Лика, один тюбик. Давай. Усилитель геля. А и все, что-то мы еще заказывали, да? Что-то не пришло. Какие-то цвета еще не пришли. Ну, главное, топ-база. Я как раз хочу сегодня маникюр делать. Может, завтра. В общем, девочки, вот так. Лик, давай, иди уроки делай. Как? Письменно я не смогу, только если аудио послушать. В общем, Лика сегодня уроки будет слушать аудио у нее. Круто. Да. Круто. Я спать. Миланка, спать. Девчонки, вы сегодня весь день отдыхаете. Ой, да. Ой, девчонки, музыку слушают. Молодцы, с закрытыми глазами. Мне скучно. Миланка играет. Миланка, как ты играешься на ощупь? На ощупь, ну так. Получается у тебя играться? Угу, как-то. Как-то так? Да. Крутая у тебя игра. У меня помимо музыки ничего не получается. Послушала просто книжки. И все. Аудио? Аудио, да. Ну что, девчонки, хочу вас обрадовать. Закончилось. Челлендж 24 часа с закрытыми глазами заканчивается. Конец-таки свет. Круто? Ребята, пишите в комментариях, поддерживайте девчонок лайками, понравился ли вам челлендж такой с закрытыми глазами. Какая, да? Да. А теперь, ну что, Лика, у тебя даже еще есть время сделать письменные понятно, задания, да. Ну что, ребята, всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока! Пока! На пол смотрите. Смотрим. Вау!